Олег Кожемяка официально вступил в должность губернатора Приморья. Церемония состоялась на приморской сцене Мариинского театра. Избранный губернатор принес присягу на верность Приморью, а также поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, выполнив свой гражданский долг. Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно исполнять возложенные мне высокие обязанности губернатора. Уважать и защищать права и свободы человека. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края. Верно служить народу. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом Приморского края Кожемяка Олег Николаевич вступил в должность губернатора Приморского края.